Раз, два. Демон заберет тебя. Три, четыре. Запирайте дверь в квартире. Наконец-то наши скитания закончились. Здесь мы начнем с чистого листа. Я не хочу спать в комнате с дедушкой, мне страшно. Благослови, Господи, нас, еду, которую мы вкушаем. Здесь обитает что-то жуткое. Нужно обратиться за помощью. В этой квартире всюду послания. Какие? Вам нужен специалист по демонологии. Посторонний не поможет. В доме 32 происходят жуткие вещи. Там что-то потустороннее. Господи, спаси, Господи, спаси, спаси. Белый демон сказка. Она парализует нашу волю. Демон заберет тебя.